Так, друзья, всем добрый вечер. Я не знаю, кто из вас остался еще на связи. Вижу пока что никого. Придется мне снимать, очищать свое лицо самой собой. В общем, обещанное видео. Как очистить лицо с помощью, и не только лицо. На мне сейчас вот можете рассмотреть, пожалуйста. Посмотрите, что мне тут пишут. Ага, привет. Ну что, я много макияжа на мне. Как вы думаете? Посмотрите, есть и подводка, есть и тени, и просто троекратная тушь. Я не знаю, слоем, ну, много слоев. Много. Вы согласны? Кивните мне, пожалуйста, чтобы я тут не сама с собой только это делала. Значит, я вам показываю, чем. Вот я нашла свой старенький чистик, он менее белый, я посмотрела, он 2016 года. И у меня есть более новый, он 2018 года. Чистики желательно менять хотя бы раз в 2 года для лица, для тела. Я так на всякий случай говорю. Значит, что на мне есть? Я не знаю, какой-то тройной слой тонального крема. Давай раскрас. Абсолютно. Я ж вот стараюсь для вас. То есть все видно, что подводка, тени. Ну, помимо вот то, что здесь, на глазах есть все. И тушь такая, с утра держится. Вот я его мочу, подключаю воду. Не буду уже двигать телефон, потому что он еле держится там, где он стоит. И я вам сейчас буду красиво очищать лицо. Знаете, за что мне очень... Видите, я только дотрагиваюсь. Вот так, один момент. Просто, одним движением. За что мне очень сильно нравится, что нету вот этого жуткого состояния. Вы представляете, если я начну очищать лицо при ком-то, то есть у меня вот так вот все растечется. Боже, у меня оказывается еще под низом подводка. Ой, мама, а я даже этого и не видела, что она у меня там есть. Вы вот так вот аккуратненько, никогда не торопитесь. Сейчас я вам помашу между делом всем. Вот, в принципе, я толком ничего не сделала. Я сейчас еще раз подмочу. Чистик. Вот у меня остается все здесь. И еще раз пройдусь. Я тут в зеркало смотрю, чтобы что-то на себе видеть. Да, у меня тут еще и тушь какая-то есть на бровях. В общем, есть все. Я уже этот тональный крем снимаю. И вы видите, я все делаю при вас, у меня глаза не размазываются. То есть я это очень люблю. Если вы случайно вас пригласили в Париж, например, в театр, и вы пошли вот так красиво накрасились, а потом вам опаздывать на работу, и вы опять летите в Одессу. И макияж, видите, какая история волшебная. И макияж вы снимаете в самолете, очищаете лицо. Ну, можно никого не испугать рядом. Просто аккуратненько все снять. Самое главное, аккуратно, себе спокойно. Вот у меня уже, в принципе, все чисто. Вот эта часть лица, я думаю, что видно. Вот, видно, что тут ничего. Вот здесь у меня, смотрите, что? И здесь у меня ничего этого уже нет. Просто все чисто и красиво. Что сейчас второй глаз снять на Фейсбуке? Я вот не знаю, у меня дилемма. Очищать второй глаз на Фейсбуке, потому что там тоже есть желающие посмотреть. Хорошо, вам видно? Хорошо все получилось? Здесь я еще, видите, могу одним боком повернуться и такая вся красивая. А здесь уже пора спать ложиться, короче говоря. Хорошо, спасибо, что вы были со мной. Следите, заказывайте поверхности, потому что наверняка найдут для вас то, что для вас является трудностью в уборке, и то, что для вас невероятно, что почистит именно наша продукция. Видно, спасибо большое, что вы пишете, что видно, потому что иногда мне очень хорошо видно, а, к сожалению,
Инстаграм немножко съедает, не немножко, а бывает очень хорошо съедает качество. Поэтому здесь все чисто, вот все чисто. И тональный крем я тоже весь сняла здесь. Все вот абсолютно. У меня одна сторона чистая, другая пошла смывать на Facebook, наверное. Если еще у меня получится устроить телефон. Все. Всем спокойной ночи. Жду вас на связи. От вас интересные поверхности. Будем чистить. Всем пока!